Во вторник в Самарской области пасмурная погода, повсеместно пройдет снег, местами сильный. Будет также аномально тепло, днем -1, +1 градус, ночью 0, -2. Ветер переменный южного и северных направлений 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, осадки в виде небольшого снега, днем 0, температура ночью 2 градуса ниже 0. В Тольятти тучи и снег, днем -1 градус, ночью -2, северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и снег, утром сильный, днем 0 градусов, ночью -3. Ветер северного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление понижено, 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.